Всё, с вами Винди Финди, и сегодня мы будем проходить карту под названием «Побег из тюрьмы». Вот. Я еще играл в эту карту, так что не знаю, что в ней будет. И как будет вообще. Сложная ли она будет или легкая. Посмотрим. Вот. Тут «Welcome to my map». Точнее, просто... вот кнопка, так. Все, мы вывалились из тюрьмы. Сразу смотрим. Так, нажимная плита. Ладно, в общем. Я не очень разбираюсь в английском, так что не буду читать. Так, попробуем люк. Так, воронка. О, палка. Может ломать камень. Полезно. Здесь. Так. А, ну, точно, это же не воронка. Так. Вот камень. Ой. Ой. Я уже думал, что я случайно в кровать залез. Так. Зато точка появления задана. Я тут не встречу понимаю, что... Ну, хотя это вроде... Только не говорит, что это лабиринт. Чего? Куда мне идти, по-вашему? Тут тоже. Здесь. Там свет. О, вон! Что-то мне реально страшно. О, вот это. Так, ладно, сейчас посмотрю, что здесь. Какой-то склад. Не, рыба-фуга. Так, здесь. Это тоже солнце. В этом сундуке был порох. Ага. Так. В общем, сейчас я буду искать все сундуки, а вернемся через секунду. Вот, в общем, я нашел. Вот такие вот ресурсы. Я полагаю, мне потом нужно красить верстак и динамит. Так. Ай! А, это, или это... А, это просто, типа... Ну нет, да ну нафиг, я ненавижу паркур. А если я упаду, то... Если не поняли, то там пустота. Так что если я упаду, то я упаду. Нет! Нет, нет! Фух. Значит, это леска сделана для... Ну, в общем, это типа чекпоинта, так. Да почему? Я никогда не умел паркурить. Как вы понимаете. Конечно, я проходил паркур карты, точнее, я их не проходил, я прошел один раз паркур на сервере The Hive, там типа, когда играешь в игру, где нужно... В общем, там типа, когда играешь в защиту сокровищ, там, когда ждешь начала игры, там есть небольшой паркур типа такого. И
и ты должен за 20 секунд его пройти. Это очень сложно. Хотя некоторые игроки его на каждой игре проходят. А я только один раз. Чего? Я просто упал на конец пустоты и просто там стоял. И мне даже не снимались. Да. Ладно, легче уже упасть. И опа! Наконец-то. Да что ж такое-то? Никак не могу допрыгнуть. Так. Аккуратно. И опа. Да, это невозможно. В общем, сейчас я приостановлю запись экрана и включу, когда пройду паркур. В общем, я понял, что это на самом деле... В общем, я зашел в креатив, потому что я не мог никак этот паркур пройти. И дошел до конца. Здесь мне нужно скрафтить ТНТ. Вот. Но у меня пороха всего 12. В общем, сейчас... Я крафчу. В общем, верстак беру. И в нем... Сейчас захожу в выживание. И крафчу динамит. Все. И теперь мне осталось только поставить динамит сюда. Теперь отходим. Ай! Блин. Вот, в общем, я опять зашел в креатив и долетел до сюда. Потому что... В общем, вы сами понимаете, что я не умею паркур. Так, в общем, тут у нас подъем вверх. И это, получается, мы выбрались. Нет, мы не выбрались. И чего? Что? Почему тут так темно? Я не понимаю, что тут нужно сделать. А, нужно воду, что ли, пить? А вот она, свобода. Одна. Так, еще раз что-то вы сказали. А, понятно. Можно прыгать. И... Ай, не получилось. Почти. Почти. Я так был близко. И... Оп. Чего? Я ж в воду упал. Вот, я опять в воду упал. Почему мне урон нанесся? Что ж это такое-то? Понятно. Так. Да, я не... Это невозможно. Да. Понятно. Я даже не успел разбежаться. Я хоть в дропперах. Это невозможно. Понятно. Опять остановлю видео. Ура! Я наконец-то сюда смог прыгнуть.
аккуратно. Опять? Куда его поставить? В общем, мне в том хранилище... Так. Как же тут темно. Так. Яркость. Тут. О, на полную все. Но все равно вообще ничего не вижу. А, ну, получше стало видно так. А, теперь сюда нужно динамит поставить. Отлично. Придется опять заходить в творческий и брать динамит, потому что вот он где-то здесь. Вот он. Только один. Вот так. Вот так. И вот так. Все. Отлично. Теперь ходим обратно. Выживание. Так. Где тут блок красного камня был? И отходим. Ура! Аллилуйя! Оп! Чего? Ладно, я поднимусь. Ай! Я не знаю, почему. Так, люк. Там. А, вот. Что? Ой, я почти выбрался. Так, и что тут? Так. Опа-на. Что у нас тут? Ладно, а там что у нас? Там кнопка? Мне показалось, или там кнопка? И опа. Оп. Ладно. Тут вся тюрьма в таких дырках. Так. В общем, я решил, что легче будет сделать так. Я знаю, что это по-читерски, но я просто не понимаю. Вот, ладно. Yes. Ура! Мы выбрались. И что? А, там типа тюрьма, ладно. Ура! Аллилуйя! Мы выбрались. И это просто завет. Оп, все. На этом видео заканчивается. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Если на этом видео наберется 100 лайков, я выпущу вторую часть, где я буду на более хардкорной карте играть. Так
Всем пока!